Всем привет, дорогие друзья! И сегодня вышел GTA 5.1.7 на Android. Блин, я рад, ребят. Давайте наберем, пожалуйста, 15 лайков. Я сразу отдам вам ссылку, там медиафайл. Пожалуйста, помогите мне, я вам помогу, я вам дам ссылку на игру. И тут добавили машину и, знаете, что еще добавили? Трамплин разный для паркура, это офигенно. Ну, по-моему, что-то еще. Там NPC все еще старый. Эх, жалко там старый NPC. И жалко нового NPC нет. Чё, теперь остается ждать только 1.8. А прикиньте. Придется так же ждать. Окей, сейчас. Сейчас. Чё, рекламу пропустил, короче. Нажимаем play. Чё, тварь, не нажимаешься. Вот у нас. О, она рандомная. Какой у нас оружие? Всё ещё такое же оружие. Блин, это офигенно! Слышите, это офигенный клад! Хрена себе! Вы это видите? Это офигенно! Слышите, офигенно! Блин, давай нереально наберем 15 лайков, и я даю нам... Вам ссылку, прямо игру даю. Хрена себе. Я её расфигачил! Блин, так жалко, тут мультиплеера нету и онлайн, это было бы офигенно. Поиграл бы с другом, блин, в онлайн, это офигенно. Блин, ставьте лайки, если вы так думаете, эта игра офигенная. А каждым обновлением похоже все на GTA 5. Вот разработчикам по-другому называется. Crime... Ну, короче, Лос-Анджелес Crime... Crimes, короче, типа. Блин, это офигенно. Фиговый этот звук, этот чувак, сори, блин, давай попробуем, там фильм какой-то не купить, чувак, сори, блин, график изменился, эта игрушка, блин, офигенная, разработчик то нифига, тут день и ночь, вы это видите, блин, вы это видите, серьезно, вы видите это, блин, я завтра другу скину свою. Блин, ребят, это офигенно, это игра моя любимая теперь. Все, буду сидеть в нее весь день задрать. Блин, это... Ну так обещали Франклина добавить. Добавь, вот это не... Стоп, я как? Блин, послушайте это. Описание. Вот так же все. Блин, разработчик топ. Вот там отсылка на GTA 5, там девушка с айфоном. Блин, обещали телефон добавить. Ну, разработчик, если ты смотришь это видео, пожалуйста, добавь телефон. Мне без телефона скучно. А он может через сеть, интересно, перевозить? Там где-то была отсылка на GTA 5. А где она? Собаки можно взорвать? Нет, нифига, нельзя взорвать. Ребят, кому нравится, ставьте лайк. Реально, я вам ссылку реальную отдам. На эту игрушку. Блин, кому это нравится, пожалуйста, поставьте лайк, я буду очень рад. И вы будете рады, потому что я вам дам ссылку на игрушку. Короче, сейчас как я заберусь на машину, окей? Короче, я до туда не могу добраться, но реально, давайте наберем просто 15 лайков, и эта ссылка у вас будет. Может быть, там дом добавили, давайте посмотрим. Помните, 15 лайков мне гоните, и я вам ссылку оставляю на GTA 5, помните? Я как первый раз смотрю. Микрофончик.
теряюсь на время сейчас. Нет, это моделька Майка получится. Короче, там ничего нету, но плюс из машины добавили трамплин дополнительный. Это плюс, ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.